Начинаем устранять недостатки, связанные прежде всего с длительным стоянием. Хотя, в общем, и на обычных машинах, которые ездят, все время это бывает. Итак, берем, ставим датчик включения вентилятора. Слава богу, в этом плане новшество появилось. И отказались от крыльчатки, которая механически приводит движение воздуха, который проходит через радиатор, через привод, соответственно, здесь она стояла раньше. Теперь на новых автомобилях относительно ставят включение через электропривод, и стало намного лучше, потому что по требованию включается вентилятор. Но сейчас он у меня не работал, я думаю, вы в роликах это все видели. Все время беспрестанно молотит. Итак, датчик компании Butler я купил. Стоит он, как все, 200 рублей примерно. И сейчас мы его будем ставить. Посмотрим, во-первых, с чего он там у нас сделан. Никакой это не лабаз. Видим, что полноценное решение, пакетики. Ну, приятно, на самом деле, когда упаковано хорошо. И с медной такой вот шайбой. Сейчас мы отвинтим старый. Нужно будет действовать быстро, потому что если, например, замешкаться, вытечет весь у нас тосол. Хотя не разомкнут сейчас контур. В целом, если давление есть, то по законам физики не должно быть этого явления, да, когда беспрестанно течет тосол. Итак, потребуется ключ на 30 и легко выходит. Удивление, легко. Я думал, что будет сейчас плохо затянут. Нет. Попробуем быстренько поменять ловкость рук. Главное, чтобы не был очень горячим радиатор. Иначе можно обжечь руки. Буду действовать без перчаток. К сожалению, перчатки, конечно, здорово. Но ничто не заменит рук, что называется. Будет ли течь? Это вопрос. Так, успели я его накрутить. Пробуем. Отвинчиваем и завинчиваем. Быстро завинчиваем тосол, чтобы он у нас не убегал. Ничего не видно, да? Как и вам, мне тоже ничего не видно. Действуем по наитию. Да что ж такое-то? Попробуй закрути. Целая проблема закрутить. Действительно, попасть не так-то просто. В резьбу. Ну давай. Не могу попасть что-то. Совершенно. Не хочет попадать. Абсолютно не хочет попадать по резьбе. Вот, пошел. Не видно ничего. И вот датчик я поставил. Много ли вытекло тосола? Да нет, самую малость. Сработало, что называется, эффект сообщающих сосудов. И все у нас в порядке. Затягиваем без фанатизма. Затягиваем, чтобы у нас эта часть не лопнула. А мы видим, сейчас из пластика делается. Конечно, целиком медный радиатор был бы лучше, чем вот этот вариант из алюминия. Он мне меньше нравится. Ну, дешевле. В этом и фишка наших всех тазов. Все, затянули аккуратно, чтобы ничего нигде не шло. И обратно сейчас натянем вот эти вот. Видимо, окислились они от времени. Эти провода. Сейчас мы их туда включим и задействуем. Можно было, конечно, поменять, но этого делать не буду. Чем проще, тем лучше ремонт у нас. Нацепляем. Попробуй нацепить тоже, да? Площадка аккумулятора очень мешает обзору, если честно. Приходится действовать просто по наитию. Так, попробуй одень. Ну, одну я надел удачно. Нацепил, закрываем. Вторую теперь. Второй сложнее все это дело.
все удалось мне его поставить. Все в порядке. Все окей. Небольшая часть, правда, есть открытая. Я пытаюсь ее сейчас закрыть, чтобы не было замыкания в случае чего. Но по-русски и так сойдет, да? То есть в целом общая часть закрыта. Сброса у него быть не должно. Сейчас будем проверять. Все, вот так вот. Ремонт на 5 минут. Никаких вопросов не произошло. Все просто, понятно и четко. Смотрим старый датчик. 87 градусов. 92,87. У нас то же самое. 92,87. Все, убираем. Посмотрим, долго ли проработает изделие компании Батлер. Заработал вентилятор. Посмотрим, какая температура здесь у нас. Даже вот меньше 90, видимо, врет у нас датчик, похоже. Посмотрим, выключится ли. Многие ставят два вентилятора отлива, ну, возможно, задача, а может быть нет, все-таки летом на ней гонять не буду, пока. Посмотрим. Вот, все работает, отлично поменял, все четко. И температура, ну как-то вообще, да, он врет датчик по ходу дела, сурово. Меньше 90 намного.